Дмитрий Гребенюков, полузащитник команды ДГТУ. Дим, поздравляю в первую очередь с очень важной для нас победой. Вышел во втором тайме, уверенно забил. Как тебе сегодняшняя игра? Ну, может, тактически, там, как мы хотели играть, немного не получалось. Мяч внизу не совсем держался, но за счет самоотдачи каждого на поле мы взяли 3 очка и выиграли. Ты такой, один из наших олдов в команде. Можешь сравнить состав на сегодняшний день и состав, который был в Краснодаре на весеннем туре? Как тебе, ребята новенькие? Новенькие ребята очень хорошо показывают себя. Мне нравится, сейчас даже сильнее у нас стал состав, и задачи должны перед нами стоять самые высокие. Как тебе качество поля, погодные условия? Сказались они как-то? Или перед южанами нет никаких преград? Поле, конечно, могло бы получше, но и тоже играть нужно не на таком, и погода, в общем, нормальная. Правда, на юге сейчас чуть потеплее. Спасибо большое, еще раз победой.